Здравствуйте! Вас приветствует AB Video Story. И сегодня я вам покажу один из самых лучших неопознанных летающих объектов, который я нашел в этом году, в 2017, во время запуска американской компании SpaceX спутников Iridium, 10 спутников. И камера, которая стоит на спускаемой первой ступени, которая садится на баржу, если вы помните, как раз она засекла вот этот объект. Я сейчас его покажу. Вот он уже появляется. Вот стрелочка с левой стороны. Видите, левый квадратик. Это как бы маленький объект отсюда видно. На самом деле это ступень спускается со скоростью в данном случае около километра в секунду. Объект не увеличивается. Это говорит о том, что перспектива его не увеличивается. И этот объект огромный. Огромный. Но можно, конечно, догадаться, что это за объект. Можно, давайте скажем так, предположить, что это за объект. Это, скорее всего, одна из крышек, которая закрывает спутники. Хотя, конечно, внешний вид очень-очень, как бы, ну, здесь не видно детали. Вот видите, он немножечко странная форма такая. Я вот увеличил здесь немножко. Но если вы посмотрите вот на этот, на эту схему, то вы увидите, что как раз когда ракета первой ступени возвращается, то недалеко от этого, от этой траектории отстреливаются как раз эти крышки. Тут, понимаете, все зависит от времени. Если крышки отстрелились раньше, прежде чем первая ступень пошла вниз, они, конечно, падают быстро достаточно в безвоздушном пространстве. Вот. И могут быть видимы этой камерой. Но опять же, я только это предполагаю. На самом деле это неопознанный летающий объект. И по определению, потому что его никто еще не определил, что это за объект. И я думаю, что это очень интересно. Если у кого есть какие-то мнение по этому поводу, то дайте мне знать. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал. Я буду вставлять больше интересных таких вещей про НЛО и так далее и тому подобное. Ну, всего хорошего. Увидимся на следующем ролике. До свидания.